Посмотри, пожалуйста, я тут не сделал. Вот это твое окно вылезло и все закрыло. Так, все, отлично. Угу. Так что там в интернете сейчас самая популярная тема. Мы работаем, мы в эфире. То, что пожилая женщина украла... Не, просто это. Технический специалист. Мы в эфире, тут все слышно. Да, вот. Тихий звук не слышно. Будем говорить громче, будем кричать. Значит, очень популярный ролик, но мы ролик не можем показать, покажем фотографию, если сможем, да. Вот смогли. Вот бабушка, которая в банке, в Сбербанке получила денежки, она уперла елку. И вот тут такие разборки по этому поводу идут очень-очень серьезные, такие там в интернете пишут о том, могла там эта бабушка, имела ли она право похитить елку или не имела права похищать ее. Ой, у меня опять это окно вылезло. Андрюш, я не знаю, что делать. Мне чат нужен. Я не могу чат получить. Я смотрю все время в чат. Мне нужен, чтобы он у меня был. Угу. Все. Спасибо. Все. Вот такие у нас знания интернета слабые. Да? Мы сегодня поговорим о сильных знаниях интернета, которые тут у нас есть у людей. Таких, как Вова Путин. И его команда. И его команда, да. Вот про бабушку интересно очень. Сейчас я... Не, я не могу так работать. Я честно не могу работать. То есть, или мы молчим, и говорю я, либо говорите вы, тогда я молчу. Я не буду работать так. Говорят, громкость просит опять. Ну, ладно, я не знаю. Уже что делать? Закрываться, выключаться. Сегодня не прун. Вот. Я сразу вспомнил про это, про Плевака, да, когда бабушка там украла чайник, да, Плевака защищал бабушку, да. Молодой обвинитель рассказывал, что чайник это частная собственность, а все основа государства. И Плевак сказал, что если все государство стоит на старом чайнике, то грош такому государству цена. Ну, здесь вот совершенно аналогичная ситуация. Я понимаю, что это весело, но не более того. Ну, взяла старушка елку, и чё? Старушка наказывает за это. Цель наказания какая? Исправление и перевоспитание. Можно бабушку исправить и перевоспитать? Конечно, нет. Есть еще цель наказания – кара. Надо старушку карать? Ну, конечно, нет. Есть еще цель наказания – показательная кара. Покарать старушку, чтобы всем остальным стало страшно. Всем остальным станет страшно? Что ли? Да нет, конечно. Полная херня. Поэтому вообще такие вещи, я думаю, что и обсуждать не стоит. Ну, кроме как вот посмеяться к Новому году, бабушка уперла елку. Ну, а причина-то, вот самое главное, люди смеются, они видят, причина-то в чем? Да, она может быть и ни в чем, может, у бабушки клептоманка. Я не думаю, может что бабушка быть. Настолько бедная, что... Хотя, кто ее знает, и она уперла елку, подарила внуку, и не стоит ей покупать. Если бы, наверное, она 2 копейки за свет платила, может, и не уперла бы. Согласен. Шпакляк, говорят, да. Каток на ВДНХ приостановил работу из-за аномально теплой погоды.